Добрый вечер, уважаемые гости. Я приветствую вас сегодня, 27 октября 2022 года, на церемонии бракосочетания Резуана и Эллы. Сегодня прекрасная, замечательная пара решила соединить свои любящие сердца. Сегодня каждый из нас станет неотменной частицей того, что молодожены называют семьей. И ни к чему теперь слова. Идите к нам, идите навстречу счастью. Уважаемые гости, я прошу вас под бурные аплодисменты поприветствовать главных героев нашего торжества – жених и невеста. Еще громче, дорогие друзья, но смелее встретьте нашу молодую пару! Ваши аплодисменты, вот они на... Они совсем рядом, встречаем молодоженов бурными аплодисментами. Уважаемые молодожены, встретив друг друга, вы обрели главное богатство, о котором мечтает каждый человек. Сегодня у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Именно она соединяет мысли и стремления на пути к великому искусству супружеской жизни жить ради счастья любимого человека. В жизни каждого из нас бывают такие дни, которые особенно трепетно хранит память. Сегодня такой день. Вы станете мужем и женой. В лице друг друга вы обретете верного спутника жизни. С сегодняшнего дня вы пойдете по жизни, вместе разделяя и радость, и горесть. И сейчас, в присутствии самых дорогих и близких вам людей, я должна спросить вас, уважаемый жених Резуан, согласны ли вы взять в законные жены Эллу, любить ее, хранить ей верность, заботиться о ней и разделять с ней все годы радости, подаренные вам судьбой? Прошу ответить жениха. Давайте поддержим прекрасный ответ жениха. Милая, прекрасная невеста Элла, согласны ли вы взять законные мужья Резуана, любить его, хранить ему верность, заботиться о нем и разделять с ним все годы радости, подаренные вам судьбой? Прошу ответить невесту. Поддержим очаровательную невесту. Ну что ж, дорогие молодожены, сейчас вы подтвердили свое согласие быть вместе, несмотря ни на что. Я прошу вас пройти к столу регистрации и связать свой семейный союз подписями. Прошу. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие гости. Уважаемый Резуан, Элла, сегодня рядом с вами ваши близкие и родные вам люди. И, конечно же, среди них есть ваши почетные свидетели. Я прошу свидетелей подойти к столу регистрации и засвидетельствовать этот прекрасный момент, оставив свои подписи. Говорят,
Говорят, что браки совершаются на небесах. Сегодня воля небес подкреплена вашими подписями на этой земле. И в знак супружеской верности, добра и любви я прошу вас обменяться обручальными кольцами под ваши овации, дорогие гости. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Обручальное кольцо — символ верности, добра и любви. Я желаю вам, чтобы ваша любовь осталась такой же бесконечной, как эти символы супружества. Я поздравляю вас с рождением вашей семьи. Сегодня вы положили очень красивое и счастливое начало. Какая дальше будет жизнь, зависит только от вас. Любите друг друга, храните друг друга, будьте счастливы! Итак, дорогие гости, именно сегодня, 27 октября 2022 года, сама судьба открывает новую страницу любви под названием «Резлан и Элла». И по вашему взаимному согласию, в присутствии самых дорогих и близких вам людей, я с огромным удовольствием объявляю вас мужем и женой. Уважаемый Резван, вручаю вам свидетельство о заключении брака. Будьте счастливы! На берегу вода хамджадатхана замесив хоха, хосепкому на ваших хахаши, Резуанра Элара, я сягунага в сягуну, я хахокот в сягуну, я в угокот дяда в сягуну там же я, но ба я нагумит дахагар, сягунагар, фугори мачину там кашигач. Уважаемый Резван Элла, еще раз поздравляю вас, вы счастливые, вы просто красивые. Давайте поддержим бурными аплодисментами. А теперь, дорогие гости, я каждого из вас с огромным удовольствием приглашаю для того, чтобы вы подошли и поздравили молодых с великолепным событием, с днем свадьбы. Аплодисменты, дорогие друзья, нашим молодым, ваши овации. И спасибо огромное Фатиме Хафпачевой за торжественную регистрацию брака. Все вместе, 3-4, поздравляем молодых! Slow.